Мур-мяу, котята и дракончики, с вами я, Дарт, и я пришла вот в таком маленьком костюме в Радужных Друзей 2. Во-первых, этот скин у меня полностью бесплатный. И как же получить такое тело? А я, возможно, в конце видео покажу. Ну, сейчас я тоже, конечно, объясню. Посмотрите, тут тоже люди есть в таких скинах. Ладно, как же получить? А все очень просто. Заходим в магазин и пишем Фрея. Или пишем в поиске мини и делаем там, чтобы было все бесплатно. Я, если не забуду, покажу в конце видео, как делается. Могу забыть, конечно. И я узнала об этом скине благодаря кошке Лане. Она в телеграм-канале. Канал для хорошистиков, он сейчас так называется. Ихний телеграм-канал. Опубликовала запись, то, что появился этот маленький скин. Всего лишь то за бесплатно. И он в Радужных Друзьях отлично работает. Ну, вернусь тогда, когда уже игра начнется. Вот. Игра началась. Сейчас я покажу в действии этот маленький костюмчик. Вот, посмотрите, видите? Чтобы в обычном скиде сюда пролезть, надо присаживаться. А тут можно? Почему, Мне скин не работает. Погодите. Ну, суть в том, то, что я могла без корточек пролезать. Я пролезала. Во-во, я пролезаю, видите? Во. Там не знаю почему. Так, ладно, собираем лампочки. Так. Где синий, скажите мне? Зеленый там. А синий? Ага, ты игрок, нормально все. Ну, пойдемте к Фиолычу. Почему, когда я куда-то иду, там уже были люди? Смотрите, я могу не присаживаться даже, вот. Я меньше хитбокса Фиолыча. Валим. Валим, там синий. Да, возможно, звуков игры не будет слышно на съемке видео, на записи. Поскольку я в наушниках, я не знаю, я уже вроде как это говорила. Так. Я такая просто бесстрашная, без коробок бегаю. Ну, мне нравится этот скин. Прям как... Мне кажется, вот это тельце бы подошло Ульяне, поскольку она Ульяна Рэмбо. У нее все... Она ассоциируется с радужным цветом. Кстати, я сегодня утром. Меня заметили. Сегодня утром я уже проходила в маленьком скине Радужных Друзей. И просто я... Это так прикольно было. Блин, мысль, которую хотела сказать, забыла. Он опять меня заметил. Вот блин. 5 лампочек осталось. Я это очень рискую, бегая от синего таким образом. Это он меня заметил или как? А я бесстрашная. А не. Отстань, синий. Вон лампочки все подсветились. А это где? Это у Фиолыча? Так где еще зеленый, ё-моё? У Фиолыча рил. А где? Отстань. У меня лампочка, блин, одна же есть.
А, во, забрали у фиолочек, которые были. Я такая просто бесстрашная в догонялки с синими играю. О, а тут машины пытались вывести наружу. Так. Вот. Лампочка. И давай, я надеюсь, у тебя последние будут. Да, ура. Во. Блин, почему не все люди скипают? Ладно. Так. И как я выгляжу на фоне? Ой, ну просто посмотрите, какая милая такая. Со своими ручками маленькими. Показываю. Все, давайте. Я ветеран 19. Если я смогу пройти, то я ветераном 20 буду. Ура! О, по звуку там желтый. А. Меня кто-то зам... А! Как тебе такой поворот событий? Ай. Как тебе такой поворот событий, а, синий? Он кого заметил? А кого он? За 3 9 земель побежал чисто за кем-то. Давай, уходи, мне надо эту взять. Кстати, я поняла то, что я на желтом давно не каталась. А не каталась я, потому что рискую. Это рискованно кататься. Погодите, погодите, я даже в коробку залезу. Там кто-то... Ой, у меня там... Посмотрите! Кто-то сделал баг по переносу этой штуки. И, походу, тот, кто это сделал, помер. Или кто-то другой помер, я не знаю. Мне нравится, когда эти баги. Так, ладно. Кажется, будто я одна тут собираю. Люди. Не говорите то, что за мной там желтый пойдет. Фиолыча не были. Здрасте, Фиолыч. На всякий случай в коробку. Нету никого. Так. У меня есть в запасе кое-какое видео. Там, где я прохожу одна радужных друзей. Но у меня не доходят руки домонтировать его. И выложить. Из-за этого я не знаю, когда его выложу и буду ли вообще выкладывать. Ну. Опять желтый. Нет у меня... Нет. Он издевается. Такой пришел, остановился и потом дальше пошел. Так, ладно. Так. Осталось 3 штучки. Люди. Вообще, есть живые люди? Да, люди живые есть. Но они как-то не хотят работать. Я слишком маленькая, я не могу на мостик залезть. Что? О, да, люди живые есть. Издевательство. Зеленый, ручку подними. Нет. О, это рискованно было. Я там об что-то... Чем-то затормозилась. А где еще? Вон еще одна подсветилась. Издевательство. Меня зеленый преследует.
Я там синего где-то видела, из этого залезу в коробку. Хотя, где? А это где находится? Отстань! Серьезно? Так. Я не знаю, может, сейчас даже проверю, остались же... Хотя зачем проверять, когда будет... Когда закончится раунд, то... Во. Серьезно? Нас осталось целых четверо человек, и я одна ходила, собирала. Люди, блин. Ладно. Ну. Что там в чате писали? Понятно. А, чисто там кто-то же перенес эту штуку, и тут теперь дед в воздухе летает. Ладно, молодец, то, что есть ветеран один. Интересно, может устроить гонку на Лукисах? Хотя... Я вставлю момент. Я вставлю момент. Просто посмотрите, я на Лукисе сейчас покачусь. Я на Лукисе еду. Я вставлю, наверное, момент, как я на Лукисах каталась. На Лукисе. На Лукисе. Да боже, выговорить не могу. О, вот еще один. Блин, они так мило говорят, вы знаете. Ладно. Я такая просто бесстрашная, без коробки бегаю. Я в коробку вообще залезала? Я даже не помню, чтобы я в коробку залезала. Хотя, может, и залезала, точно не помню. А, не, я залезала, да, все вспомнила. Так. Вот Лукас. А в какой стороне синий, скажите? Да боже! Я там целых два Лукиса вижу. Вон! Желтый, отстань. Нет у меня тут. Желтый. Целых три Лукиса. О! Понятно, куда мне потом идти надо будет. Издевательство. Где синий? А люди, походу, боятся, не собирают. Хотя не, вот. Молодец. По звуку синий где-то рядом. Красный Лукис. Кстати, в радужных друзей пришла в радужном костюме. Я сейчас так испугалась. Что звуки желтого пропеллера? Ладно. Представьте, синий оттуда бежал сюда, чтобы меня поймать. Ой, боже. Так, ладно. Так, я помню, да, вот тут еще Лукис. Лукисы. Двойка. Иди сюда. Давай, вылезай из коробки и бери того Лукиса. Нет, 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 нет! Вдруг я помру? А, если я умру, это прям очень глупо будет. Ура! Все. Выжила.
Чудом. О, ты зеленого боишься, что ли? Не бойся, он хороший. Хотя. Если ты, к примеру. О, она умеет проходить все нормально. И почему у меня лагает как-то? Давай, зеленый, уходи. Девочка, отойди лучше. Она за мной идет или нет? Ладно. По звуку синий где-то рядом, за этого ск... Все, ура! Вот, циановая. Мне, в принципе, «Радужные друзья 2» нравится. Это прикольная игра. Ой, ладно, давай быстрее говори. И... Ой, минус один игрок. А на всякий... И там я синего слышала, из этого спрячусь. И обычно циановая оттуда, откуда ты идет. Ну, со стороны речки, по идее. Интересно, почему только циановая замечает движение в коробке? Вот синий, к примеру, посмотрите. Ему пофиг. То, что перед его носом, хотя у него нет носа, или есть, не знаю. Перед ним прямо коробка двигается. Его это никак не смущает. Ну, точнее, в моем случае это сундук с драконом. Меня кто заметил? Такой остановился, сложил лапки. А ну, а если на превьюшку сделать, вот, к примеру? Вот. Не знаю, навряд ли на превьюшку пойдет. Там циановая. Ну а мы какие люди? Мы бесстрашные. Ай, я не знаю, это влияет на то, что у меня маленький скин, из-за этого я застрею. Застреваю. Ну, а. Ладно, предлагаю. Я, наверное, к... Да, издевательство я застряла. Ацан бы один раз увидела сейчас. Не знаю, где она. Но по звуку тут только рядом синий. От Циановой и след простыл. Где-то Циановая. Она игрока какого-то заметила. Или нет? Ну? Там... Либо это игрок сейчас двери открыл, либо это циановая. Надеюсь, тут монстра никакого не будет, из-за этого я в коробке лучше проползу. Так, надо сахар отнести. Нет, это девочка, нет. Стоп, я одна осталась? Нет. Боже.
Минус маленького скина, в нем мало куда пролезешь. Ну, забираться, точнее, трудно. А пролезать можно много куда. Я на речку пойду, наверное. 3 пакета, по идее, осталось найти. Лена, прям так жалко. Что та девочка, которая была ветераном один, погибла. Интересно, кто ее поймал? Где-то Циановая ходит, и еще и смеется. Где? Так это звуки синего и желтый. А, заберись. Вон раз пакет, там два. Ура! Я подожду, когда оттуда зеленый уйдет, а то он мешает. Хотя, пацан, ты мне помочь можешь. Понятно. Вот. Мне страшно вылазить из-за того, что это. Просто я могу идти в сторону Циановой. А если я вылезу, Здесь Циановая не внизу. Нет. Нормально. Я хотел сказать нормально. Сейчас мы пройдем. Пожалуйста, спусти. Грин, можешь уйти отсюда? Мне как бы надо сахар отнести. А он, надеюсь, в эту сторону не пойдет. Почему у меня коробка как-то под пол проваливается? Я не знаю, возможно, сегодня я еще запишу, точнее, сделаю перезалив видео с Bitter Giggle, просто оно не так уж и хорошо получилось. Давайте, все, ура! Давай, скип, пацан, пожалуйста. Он в коробке сидит. Я, малыш. Ура, я стану ветераном 20. А ты русская, пон. А он думал, что я английская. Ладно. Интересно, а может написать ему то, что он в видео попал? Хотя не. Не буду. Вот сюда. Сразу говорю, я никого не принимаю. А, он где-то остановился? Мы без него не можем начать. Во, вон он бежит. Мне нравится мой скин новый, хотя он... Он бесплатный, но он мне очень сильно нравится. Особенно вот эта бабл-тишка. У меня мечта в жизни попробовать бабл-ти. Я ему в дыре кину. Если он, конечно, у меня уже не в друзьях. Хотя не. Ура! Я прошла радужных друзей 2 в маленьком скине. Вот у маленького скина очень много преимуществ. Не знаю, может, он неправильно сказала. А ну, а давайте от первого лица вот так. Поедем. Кстати, вот это лицо у меня, которое без лица, безликое, оно тоже бесплатно.
Так, и сейчас у меня как бы в памяти то, что надо сделать все-таки показать вам, как получить вот этот маленький скин. Из-за этого... Хотя что хотя? Ладно, я покажу. И, конечно, я могу в момент погони забыть, но надеюсь, не забуду. Вот так от первого лица это все так прикольно смотрится. Во. Экзит. Во, оранж, тортик. И вон. От первого лица это так прям прикольно посмотреть. Вот, циановые. Сразу наклоняюсь, поскольку тут оранж. Вот. Так, я сейчас думаю, как назвать видео. Ну, я думаю, по типу такого назвать. Малыши Сигдарт пришла в Радужных друзей 2. Поскольку я Дарт. Ладно. Хотя вот тут тоже от первого лица прикольно смотреть. Вот. И, кстати, вон там где-то, вон там, вон Лукис, вон. Тортик кушает, который мы приготовили. Или сам готовит, не помню. Мы вроде как торт толком-то не приготовили, только сахар собрали. Ладно. Так, тут синий. Во. Уезжаем от него. А если в маленьком скине прийти в первую часть Радужных друзей? Вот. Конец. Ура. Я там немножко... У меня там немножко какой-то момент не записался. Из-за этого... Получилось так, то, что я уже в концовке. Вот все, конец. И пошли с Циановой в концовку. Вот. Я даже не в самой игре буду это записывать концовку, а уже в маркетплейсе Роблокса. Конечно, я еще и сниму отдельное видео, как получить этот скин, но пока что покажу в конце этого видео. Вот концовка. Где синий? Мы опаздываем. Так, ну сейчас я выйду из Радужных друзей и покажу, как получить этот скин. Так вот, я в Роблоксе. И заходим в Marketplace. И можно написать, к примеру, Рея, что означает бесплатный. Вот. Вот тут избили. Кстати, его один раз удалили. Били, удалили. Ну, сейчас вернули. И вот этот мини-плюшевый маленький костюмчик. Голову, конечно, снять можно. Она очень большая. Вот есть безликий. Есть еще вот такая маска. И вот такая аниме черная маска, но она у меня получше, но не так мне нравится. Есть такая маска. Ну, в принципе, тут много всяких бесплатных приколюх. Вот. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была я, Дарт. Всем удачи. Всем пока.